Сегодня в Управлении пенсионного фонда Якутска в честь Дня пожилых людей прошел День открытых дверей. В рамках мероприятия консультации давали и специалисты Управления соцзащиты, Центра занятости, Фонда обязательного медицинского страхования и представители банков. Ежегодно День открытых дверей позволяет пенсионерам в одном месте узнать о нововведениях текущего года, о новых услугах, в том числе получить всю необходимую информацию о назначениях пенсий и иных выплат. Управление пенсионного фонда внедряет электронные услуги по упрощению работы с населением и, главное, призывает людей пожилого возраста пользоваться электронными сервисами. Каждый человек через личный кабинет госуслуг, не выходя из дома, может направлять заявление и следить за выплатами. Напомним, в городе получают пенсии более 70 тысяч человек, из них по старости около 58 тысяч. С сегодняшнего дня расширился круг этих сервисов. Да? Мы сегодня принимаем заявление. Кроме назначения пенсии, кроме изменения доставки способа выплаты, кроме информирования о пенсионных правах, мы сегодня принимаем еще заявление по единой денежной выплате. Это особенно касается инвалидов, и будет им очень удобно подавать заявление через вот эти электронные сервисы. Так, кроме того, по материнскому капиталу сегодня, сидя дома, тоже можно открыть личный кабинет и подавать заявление на распоряжение материнского капитала, на выдачу, на оплату единовременной выплаты в размере 25 тысяч.